очередная импортная нуга, которая также Греция сделана, которая у нас имеет 136 килокалорий вот в этой пачечке, в этой упаковочке. Здесь 19,5 граммов. Она немного помягче, чем предыдущая грецкая нуга с апельсиновой цедрой. Но, тем не менее, она отличается от нуги, которую производят в России, тем, что она более... Вот. Ее нужно отрывать, она вот так вот тянется. Она более, я бы сказал, суше, плотнее. Очень сильно сладкая. Ну, здесь на редкость нет практически никаких ешек. Вообще даже нет ешек. Что не может не радовать. Халяльная она. Стоит недорого. А, нет, здесь ее 35 грамм. Вот. Ну, под кофе. Самое оно. Прикольно то, что одной такой упаковки 35-граммовой хватит на 2 перекуса. Даже иногда на 3 кофепития. Потому как живется она слишком долго. Расходуется мало. Ну, не наедаешься ей, соответственно, быстрее. Пока проживешь эту жвачку. Не знаю почему, но мне она нравится больше, чем российского производства. Там Dixie или того же самого Ашана. Эта вещь получше. Итак, это была с карамелью, арахисом и халяльная. Лишь бы не православная. Вот. И самое главное, что не русская. Поэтому стишок в конце для всех подписчиков. Ее сбил конь средь изб горящих. Она не русская была. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки.